Guten Tag, мы находимся возле автосалона Honda. Сейчас посмотрим, почем там велосипеды, воски. Интересно очень, сколько стоят автомобили в Германии. Сейчас мы это рассмотрим. Возможно, если не выгонят. Так, ну вот автосалон Honda. Погнали! Сейчас посмотрим, почем этот вазок, сколько он стоит. Вот, его цена 26 770 евро. Вот, это вообще бомба. Так, и сколько же такая принцесса стоит? Сейчас посмотрим. Так, ну здесь это 99 евро в месяц получается. Настоящая его цена 10 190 евро. С кредитом получается 10 628 евро. Ну прикольно, 99 евро в месяц. Так, посмотрим вид с жопы. Еще одна красавица. Почем эта телега? Сто 32 088. А нет, это в месяц 132 евро. Какая вот красавица. Так, вот машина едет. Вообще бомба. Суперовая. Так, ну что, посмотрим. Попросили разрешения, вроде как бы разрешили нам снимать. Посмотрим цену этой шкарабанки. Так. Здесь цена 19 590 евро. Вот это марка. Ну, в общем, она где-то 25 точностью стоит.
Так, сколько в месяц получается, если брать в кредит ее, то выходит 158 евро. Красота. Ну что, посмотрим еще на шкарабанке. Так, вот еще одна красавица стоит. Ее цена 19 990. Такие вот вазочки здесь продаются в маленьком салоне Honda. Цены, конечно, кусаются, в отличие от бэушных автомобилей. Бэушный автомобиль можно купить и за 400 евро здесь, в Германии, в хорошем состоянии. За 1000 вообще идеальный. А новые очень дорогие. В общем, такая вот херня. В общем, вот такой вот драндулет. Его стоимость. Так, его стоимость 17 тысяч, по-моему, да, 17 890, в месяц 212 евро. Такая вот хрень. Вот еще вот такая вот страшненькая штучка. Сейчас посмотрим цену. О, 10 тысяч. Я вижу отсюда. Сколько? 10 590. 185 монат. То есть в месяц. Что за модель? Honda. Прайс 5.1.
В общем, вот такая вот какашка. Вот столько вот стоит. Новая. Бэушная, и цена 500, не больше. Вот еще одна. Автосалон Audi, сервис. Посмотрим, что за бренд здесь. Автохаус. Ну что, зайдем, может, не выгонят. Интересно, сколько стоит такая вот фигня. Audi A1. Ну вот, 18 990. В месяц 208 евро, в общем. Вот такая вот конфетка. Вот какой красивый Volkswagen. Вообще бомба. Так, ну что, идем посмотрим, какие здесь есть вазочки, инвалидки. Так, ну заглянем, почем вот эта вот фишка. Так, вот такой прайс. 29 тысяч. Мама мия, не горюй. Писать, здесь 20 штук можно купить за эти деньги. Капец просто. Так. Вот еще такая вот красавица стоит. Что-то там, блин, похерено валяется. Ну, сейчас посмотрим. Ее цена. Audi A6. Так, смотрим. В общем, ее цена 24 тысячи в месяц, почти 300. Ну, в общем, неплохая.
Сейчас посмотрим ее сзади, как она выглядит. Ну что, симпатичненько. Сколько же эта дура пришла? Сейчас смотрим все. €6 в месяц. Чем хер его знает? Так, ну вот какая-то какашка. Вроде цена есть. Сейчас посмотрим. Угу. Вроде 25 тысяч. Ну, походу, да. То есть ни хрена. Вот цена, блин. 33 тысячи. А в месяц 275. Да. Походу, она, наверное, из золота сделана. €30 000. Мать твою. Так, ну что, погнали дальше. Сколько же такая стоит? Вот 27 890 евро. Так, это вот характеристика такая. Ее.
Так, сколько эта дура? Ну, понятно. Ну вот эта фигня вообще прикольная в натуре. Похоже на жука. Или на старую победу. Так, что там за хрень, сколько же она стоит? Посмотрим. Так, ну это понятно, 236 это в месяц, а ее цена 17 250. Вот такой вот стильный автомобиль. Так, вот еще одна какашка. Так, что это за какашка? Ну, это уже цена не очень, как бы. Сколько здесь цена? 6990. Такое вот. Характеристика. Вот такое вот фигня. Так, а вот эта дура 31 тысячу, считай 32. Такая вот красавица. Это Audi сервис. Немецкие автомобили. Тут такой цвет белый, как раз по какашкам ездить где-нибудь.
вот такая вот какашка сзади с будкой. 15,90. Так, ну вот это уже пассажирский, что-то интересное. Volkswagen. Сейчас посмотрим. Сколько? 22 штуки, 250 ойра. Так, что там? На 54 месяца. В общем, 289 евро в месяц, если берешь кредит. Так, ну цена понятна. We'll be right back.
общем, это был Audi Center. Всем пока. Чуть-чуть.